Здравствуйте, вы смотрите информационный выпуск программы «Республика» в студии Родион Архипов. Сегодня в выпуске. Весенний день год кормит. Правительство обсудило ход весенне-полевых работ. Вода пошла. Грозит ли районам Чувашии паводок? Мода на грамотность. Более 500 жителей Чувашии сядут за парты. Напишут тотальный диктант. Весенний день год кормит. Помнить об этом призвал сегодня глава республики. Посевная в этом году начнется поздно, и аграриям придется догонять упущенное время. Проблем возникает немало. Как их решать, Михаил Игнатьев обсуждал с руководителями муниципалитетов в режиме видеоконференции. Дмитрий Ковалев продолжит тему. Погода преподносит аграриям неприятные сюрпризы. По самым лучшим прогнозам, снег на полях растает только через 2 недели. К работам придется приступить немедля. Республика увеличила план. В этом году хозяйство планирует засеять более 500 тысяч гектаров. В том числе зерновые и зернобобовые культуры – это 260,7 тысяч гектаров, картофель – 48,1 тысяч гектаров, овощи – 5,2 тысяч гектаров. Возможно, что и трудиться аграриям придется в несколько смен. Михаил Игнатьев обозначил перед главами точные сроки. Работы должны быть завершены за 1,5 недели, никак не больше. Когда подтает снег, влага в почве продержится недолго. Быть готовыми к севу необходимо уже сейчас. Хозяйства закупают семена, удобрения и ГСМ. В настоящее время обеспеченность составляет семенами яровых зерновых зернобобовых культур 47,8 тысяч тонн. К сожалению, это на 3% меньше к запланированному объему. Но здесь понятно, что это количество семян хватает на сев яровых культур, но у нас всегда должен оставаться страховой запас. В аутсайдерах Алаторский район. Здесь семян запасли лишь половину необходимого. Показатели тянут вниз приезжие инвесторы. Руководители мордовского предприятия решают долговые проблемы, все больше отставая от намеченного графика. На сегодня он большой кредитный процент, кредитный, значит, получил в Россельхозбанке города Москвы, рассчитались по задолженной зарплате, 2 месяца у них был на сегодня по нолям. Он являлся главным инвестором в Алаторском районе, но исходя из этого вы должны принимать там другие управленческие решения. К этому надо быть готовым, риски надо минимизировать. В целом же проблемы у многих хозяйств схожи. Где-то не хватает топлива, где-то минеральных удобрений. Шумерлинские хозяйства и вовсе успели закупить только 4% от общего плана. Глав отстающих муниципалитетов призвали к ответу. В плане минеральных удобрений сейчас будем настраивать другие небольшие фермерские хозяйства, которые уже сегодня начали понимать, что без занесения минеральных удобрений получить нормальный урожай тоже нельзя. На поля в этом году выйдут более 2000 машин. Трактора и комбайны сейчас проверяют сотрудники Ростехнадзора. Техника, заключают они, готова к работе. Проблем с ее ремонтом тоже не возникает. Побаловать аграриев льготным ГСМ в этом году никто не сможет. Но отпускать топливо хозяйствам все-таки планируют со скидкой. С «Лукойлом» мы все же заключили соглашение. И «Лукойл» предоставляет скидку 300 рублей на тонну. На объем 6,6 тысяч тонн для проведения весенних полевых работ. И литр получается это 25 рублей 40 копеек. Проблем с получением кредитов у хозяйств не должно быть. Приобрести недостающие ресурсы аграрии обязаны в срок. Под свой личный контроль ход посевных работ возьмут руководители муниципалитетов, чтобы оперативно решать возникающие проблемы. Они возглавят районные штабы. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев. Республика. В интернете появилась информация, что фонд ЖКХ приостановился финансирование программы капремонта в половине регионов России, в том числе и Чувашии. Выделение средств 42 субъектам приостановили после анализа отчетов о ходе реализации региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного фонда. Причины приостановки финансирования нам прокомментировала начальник отдела ЖКХ и реформирования Минстроя Чувашии Оксана Гаранина. Что
ваши приостановили финансирование по двум программам. По программе «Капитальный ремонт», потому что у нас город Канаш, к сожалению, не успел отремонтировать фасад одного многоквартирного дома. Работы пришлись на зимний период, и они не успели выполнить. Вот сейчас плюсовые температуры пошли, и город Канаш обещает к концу недели нам завершить работы, а на следующей неделе оплатить, и значит вопрос по капитальному ремонту будет снят у нас. По программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2008-2012 годы у нас тоже есть приостановка финансирования в связи с тем, что Аликовский район и Бресинский район не успели завершить работы. Строительные организации, к сожалению, не исполнили взятые на себя обязательства. И в установленные сроки, то есть до 30 декабря 2012 года, они не успели завершить эти работы. Администрация обещает, что в течение ближайшей недели они завершат вопрос по регистрации в муниципальную собственность уже этих квартир, которые предназначены для переселения граждан, произведут оплату. И в течение двух недель, я думаю, что мы вопрос снимем, а в течение трех недель предоставим фонд документы для того, чтобы сняли приостановку финансирования. Ну, может быть, чуть больше займет во времени. Но думаю, что месяц – это максимальный срок, на который может быть приостановка. Финансирование будет открыто. Дальше республика подаст заявку на получение средств на 2013 год по капитальному ремонту. Это фонд нам выделил 68 миллионов. И на переселение граждан – это 868 миллионов. То есть суммы приличные. Третий день в России действует портал общественных инициатив. Это интернет-ресурс, куда каждый зарегистрированный на едином портале госуслуг может подать свое предложение. Российская общественная инициатива реализуется в рамках проекта «Открытое правительство». Пока портал работает в тестовом режиме, но на адрес www.roe.ru уже поступило свыше 70 предложений на разные темы. Больше всего голосов набрала инициатива «Вернуть минимально допустимый уровень алкоголя в крови водителей». В лидерах также предложение отменить транспортный налог и запретить любым государственным и муниципальным организациям требовать ксерокопии документов. В топе инициатив – ввести конфискацию имущества за экономические преступления, чего пока нет, а также снизить социальные взносы для индивидуальных предпринимателей. Напомню, с начала года страховые взносы для ИП выросли вдвое, и на этом фоне в стране стало сокращаться количество индивидуальных предпринимателей. Посетители портала также предлагают вынести Ленина из мавзолея и, наконец, похоронить, а службу в вооруженных силах заменить единовременной денежной выплатой в казну. Если та или иная инициатива соберет 100 тысяч подписей, пройдет экспертную оценку, то в дальнейшем она попадет на обсуждение в правительстве и, возможно, станет законом. В России в южных и центральных регионах начался паводок. Липецкая, Воронежская и Тамбовская области уже ликвидируют последствия половодья. А Тверская, Рязанская и Московская готовятся встретить большую воду. Как обстоят дела в Чувашии и что готовит пришедшая весна в нашем следующем репортаже. Вот. Ну, а касаемо паводков, конечно, трудновато. Вот зимой, когда снег не чистит, здесь трудные проезды. Вот. Хотя, в принципе, чистят его. Вот. А весной так вот эти вот лужи идут с дороги вниз. Некоторые дома топят. Вот. У нас, в принципе, не затапливает. Мы делаем как определенные лотки, либо дорожки для воды, чтобы они стекали по определенной колее. Никакая весна не страшна нам. У нас большой овраг глубокий, как говорится, ухабин там. Все нормально так, что нечего беспокоиться нынче. То вода уже ушла по талы, там потому что перегородка есть у нас, как говорят, заборчик сделан, ну, отвод воды. Вот поэтому не попадает. Сами прорыли канавы, сами по улице. Кто сами? Ну, население, вот люди, живущие рядом. Подправляем, это, как говорится, для засорения, чтобы мусор убрать. Паводковые воды дома Анатолия Ивановича не беспокоили и в прошлые годы. Он говорит, ручьи уходили прямо во враг по заготовленным заранее путям. Дом от затопления спасает то, что он находится на высоте. Анатолий Иванович каждый год встречает весну традиционно, убирает снег с крыши и со двора. А вот автомобилистам частного сектора хоть готовься к паводку, хоть нет. А с трудностями столкнуться придется в любом случае. Это не половодье сейчас, что вы снимаете. Здесь бывает половодье такое, что река течет полным ходом, дорога вся просто сплошная вода. То есть здесь невозможно не то, что на машине проехать, здесь на тракторе нельзя проехать. Вот. И эта беда течет со всей Богданки, вот отсюда сверху, с соседних улиц, со всех. Никакого водостока абсолютно нету.
Водители говорят, на улице нужно построить хороший ливневый сток. В разгар таяния снега улицы затапливает и в частном секторе северо-западного района Чебоксар. Но такого, чтобы вода просочилась в подвалы, жители не припомнят. Вот, а там тает и сюда затекает. Доски все мокрые. Это вот сейчас... А так, чтобы вода, прям вода текла. Нет, такого не было еще. Надо снег туда кидать и стоять, который вода тает, сюда течет. Надо ее вот мы в те годы ковшиком ведро набираем и выливаем туда. Ведро набираем и выливаем туда. Каждый из жильцов делает канавы около своего жилища, засыпает их землей и подправляет каждый год, чтобы вода, миновав дом, направилась прямо во враг. На сегодня в Чувашии потопленных населенных пунктов нет. Но из-за обильного снеготаяния угроза потоплений пониженных участков все же существует, сообщает информационное агентство «Регнум». Согласно прогнозам специалистов, пик весеннего половодья в Чувашии придется на вторую декаду апреля. Наибольшую опасность большая вода представляет в Алаторском, Батаревском, Вурнарском, Комсомольском и Цивильском районах. По данным синоптиков, с 7 по 10 апреля в республике ожидается мокрый снег. Может выпасть треть месячной нормы. Существенное потепление ожидается только с 16 апреля. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика. Пока в республике в целом ситуация спокойная. Обычно в зону подтопления в Чувашии попадают Алатырь, Цивильск, часть Батревского, Комсомольского и Вурнарского районов. Пострадать из весенних вод могут 262 дома, где проживает почти 600 человек. Чтобы худший сценарий развития событий не произошел, сотрудники МЧС начали готовиться к паводку задолго. В эти дни идет распиловка льда на самых проблемных реках республики. Благодаря тому, что в прошлом году специалисты очистили и испрямили многие русла рек, ожидается, что заторов будет меньше. Тем не менее, спасатели держат руку на пульсе и готовы к любому развитию событий. У нас есть силы и средства, спланирована группировка сил, более 3000 человек личного состава, более 600 единиц техники и 38 единиц плавательных средств. При необходимости будут принимать участие и спасатели, поисково-спасательные службы, и сотрудники государственной инспекции по маломерным судам. И все силы и средства, которые у нас есть на территории республики, территориальной подсистемы РСЧС, готовы к выполнению данных мероприятий. На Волге сохраняется ледостав. Ожидают, что вскроется река не раньше 13 апреля. Такая же ситуация и на Суре, и на Цивиле. По сообщениям гидрометцентра Чувашии, высота снежного покрова на полях около 30 сантиметров. И по сравнению с прошлым годом она выше. Но снег уже рыхлый и мокрый. В середине апреля он начнет активно таять. Как поведет себя талая вода, можно только прогнозировать. Галина Титарчук, Николай Яковлев, Республика. 15 лет со дня основания отметило городское управление капитального строительства «Чебоксар». Предназначение его в том, чтобы сопровождать весь строительный процесс. И как заказчика проектов строительства и реконструкции объектов, и как исполнителя генподрядных услуг. При участии ГУКСа в городе рождались и развивались новые микрорайоны. Выросли современные жилые дома, детские сады, стадионы, многие другие объекты. Управление играет важную роль в жизни города. С 15-летием специалистов городского управления капитального строительства поздравил глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков. Поздравляю всех сотрудников этого предприятия. 15 лет – это достаточно серьезный срок для работа любого предприятия. Это жизненный цикл при многих предприятиях гораздо ниже, чем 15 лет. Предприятие было создано как стратегическое предприятие для администрации. На нее были возложены функции контроля, функции застройщика. Огромное количество объектов за плечами этого предприятия. Предприятие всегда пользовалось и пользуется авторитетом. Это один из лидеров застройки по городу, по Чувашской республике, по количеству введенных квадратных метров. И сегодня мы возложили на это предприятие важнейшие задачи. В
Мода на грамотность. Чувашия в этом году решила присоединиться к международной акции «Тотальный диктант», которая пройдет 6 апреля. Более 500 участников со всей республики уже заявили о своем желании проверить свой уровень знания русского языка. Всего же, по предположениям организаторов, диктант напишут около 30 тысяч человек. Международная акция пройдет в 170 городах России и мира на всех 6 континентах планеты. По всей России акция пройдет в один день, по одному и тому же заранее определенному сценарию. Регистрация не обязательна, но желательна. Заявку можно подать по телефону, через интернет, по электронной почте или пройти регистрацию на сайте акции. Кстати, ее участником может стать любой желающий, вне зависимости от возраста, национальности, религиозных взглядов, политических убеждений, профессии. Сотрудники министерства тоже примут участие, как профильное министерство. Не для того, чтобы себя проверить, наверное, да, потому что цели у всех разные. Ну, наверное, может быть, как показать личным примером, да, о том, что вот мы хоть и вроде как работаем в этой сфере, но все равно мы также примем в этом мероприятии участие. По большому счету это соревнование. Соревнование, преодоление себя, преодоление своих ошибок, соревнование, которое сродни марафону. Вот наши организаторы в Новосибирске, наш центральный оргкомитет, всегда сравнивает «Тотальный диктант» с марафоном. В массовом марафоне принимают участие множество людей. Конечно, не каждый пробежит марафон за час, за два. Кто-то пробежит за три, за четыре. Для него это уже победа. Поскольку на территории России действует несколько часовых поясов, акция будет построена по принципу цепочки. Конверт с текстом произведения, который, кстати, специально для акции написала писательница Дина Рубина, будет вскрыт ровно в 15:00 по Москве в каждом городе-участнике. Вот на таком специальном бланке каждый пришедший на «Тотальный диктант» будет писать текст под диктовку. Организаторы обещают, бланков хватит всем, а вот ручку нужно принести свою. Кстати, диктант в Чувашии будут читать наши коллеги-журналисты Валентина Поливцева и Юлия Меркулова. А проверять и оценивать работы будут настоящие эксперты, преподаватели-филологи. Самое главное, нужно верно написать и запомнить свое кодовое слово. По кодовому слову оценку можно будет увидеть в интернете. В открытый доступ список участников с оценками выставляться не будет. Каждый человек должен это понимать. Оценку свою будет знать только лично участник, ну и, естественно, экзаменатор. Публиковать данные, что в Чувашии там, например, все поголовно написали диктант так-то, так-то, мы тоже не планируем. Результаты диктанта можно будет узнать уже 9 апреля. Тем, кто справится с заданием на отлично и хорошо, вручат сертификаты. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика. Велосипедисты Чебоксар просят построить велодорожку до Новочебоксарска. Петиция на имя главы города Леонида Черкесова была размещена на одном из сайтов. Активисты просят посодействовать строительству велосипедной дорожки между двумя городами. В тексте сообщений велосипедисты города отмечают, что несмотря на большую популярность велоспорта, для двухколесного транспорта не созданы нормальные условия. Ежегодно проводятся массовые велопробеги, и с каждым годом растет количество велолюбителей. Но велоинфраструктура развивается очень медленно, не хватает дорожек и парковок. Из-за отсутствия таких дорожек участились случаи дорожно-транспортных происшествий с участием велолюбителей, в ряде случаев со смертельным исходом. Первым шагом создания велоинфраструктуры, считают авторы петиции, может быть строительство велодорожки. Дорога между двумя городами является одним из опасных участков для велолюбителей. На данный момент подпись под обращением поставил уже 341 человек. В администрации столицы республики с петицией ознакомились. По словам начальника управления по связям со СМИ и молодежной политики Александра Жукова, просьба велосипедистов может быть удовлетворена. Однако, по подсчетам чиновников, велодорожка между Чебоксарами и Новочебоксарском может составить длину 17-20 километров. Один погонный метр дороги обойдется городу примерно в 2400 рублей. Таким образом, на строительство дороги уйдет 50-60 миллионов. Еще одна проблема, с которой могут столкнуться при строительстве велодорожки – согласование с собственниками земли. А это процесс долгий. Татьяна Молокова, Республика. С 15 июня добраться до Сочи можно будет на самолете. Рейс будет выполняться один раз в неделю по субботам. Самолет будет вылетать из Чебоксар в 16:40. В Сочи приземляться в 19:00. Полеты будут осуществляться на реактивном лайнере «Бомбардье» CRJ-200, разработанном канадской авиастроительной компанией. Билеты уже можно приобрести. Стоимость 8900 рублей. Рейсы по маршруту Чебоксары-Сочи-Чебоксары будут открыты до 7 сентября.
Ну а если наземный транспорт вам все же ближе, можно приобрести новую машину и отправиться на юг. Тем более, что недавно в Чебоксарах открылся новый автосалон. Компания «Транстехсервис» расширяется. Дилерская сеть пополнилась еще одним холдингом в Чувашии. Компания «ТТС» открыла новый автосалон «Рено» в Чебоксарах. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами. Хорошего вам настроения. Компания «Транстехсервис» уже 20 лет на рынке авторитейла. Накопленный опыт и знания помогают крупнейшему дилеру иностранных автомобилей двигаться вперед и развивать свою сеть. В 2012 году продажи автомобилей компании ТТС составили более 50 тысяч. Это позволило компании стать лидером среди региональных авторитейлеров. На пресс-конференции, которая была посвящена церемонии официального открытия салона, представители «Транстехсервис» и «Рено» говорили о достигнутых результатах совместной работы и перспективах на будущее. Залог успеха продаж автомобилей «Рено» в России, так же, как и в Чувашии, как отмечает директор «Автофрамос», это комфорт, большое пространство в салонах авто и, конечно, качество, современные технологии, широкий модельный ряд и, безусловно, деловые доверительные отношения с компанией «Транстехсервис» свидетельствуют о выгодных взаимоотношениях. Можно сказать с уверенностью то, что мы сегодня открываем уже 7-й по счету дилерский центр «Рено» компании ТТС. Это доказывает то, что отношения являются доверительными и успешными. В нашей истории было много, и, наверное, тот факт, что мы продолжаем работать, доказывает, что наше сотрудничество еще более укрепилось во время кризиса 2008 года. И это еще больше укрепило взаимное доверие, что позволяет нам с большой долей уверенности смотреть в наше совместное светлое будущее. Уже сейчас в автосалоне «Рено ТТС» в Чебоксарах можно заказать любую модель авто – «Логан», «Меган», «Кангу», «Флюенс», «Дастер». Последнюю модель представители компании «Автофрама» заверили – ждать придется от месяца до трех. На «Рено Флюенс» до конца апреля скидка 70 тысяч рублей на все комплектации. В прошлом году в Чебоксарах компании было продано более 800 машин. В этом году компания «Транстехсервис» планирует продать в столицу Чувашии 1200 автомобилей. Решение об открытии автосалона «Рено» в Чебоксарах компания ТТС приняла еще 3 года назад. Чтобы не стоять на месте, уже в 2011 году компания работала на временных площадках. Как отметил председатель совета директоров «Транстехсервис» Вячеслав Зубарев, постоянный салон должен быть именно такой – просторный, красивый, современный и удобный. Можно сказать, просчитали о том, что есть потенциал по городу, в республике, и мы можем рассчитывать здесь тоже на свое участие и успешное участие в продвижении автомобильных брендов. Ну а «Рено», я думаю, что это будет самый популярный бренд. Дилерский центр «Рено» компании «Транстехсервис» оснащен самым современным оборудованием. Площадь демонстрационного зала позволяет представить широкий модельный ряд автомобилей «Рено». Сервисная зона оборудована 8 постами для выполнения мелкосрочных работ и 2 постами активной приемки. Кстати, во всех дилерских центрах «Рено» у клиентов есть возможность сдать свой поддержанный автомобиль при приобретении нового. Плюс поддержанные автомобили, пройдя необходимые проверки и обслуживание, потом будут продаваться новым клиентам с условиями гарантии и выгодными кредитными предложениями. До конца этого года компания «Транстехсервис» планирует продать порядка 12 тысяч автомобилей «Рено» во всех городах присутствия и приглашает поклонников всемирно известной популярной марки в новый салон.